сигнал системный, вот он будет. Его нету пока, но вот он сейчас будет якобы. Понимаете? Хуй-то там. Никогда, блядь, никакого преимущества это не давало никогда. Потому что вы входите в чистом хаосе. Вы всегда будете ждать еще чуть-чуть. Блядь, ну вот, блядь, еще немножко. И хуй-то там вам дадут, блядь, ну я... Вам по опыту говорю, несколько лет, блядь, я пытался торговать внутри позиции. Нихуя не получается. Но не бывает больших откатов, вы понимаете? Если тренд вверх, этот тренд основан на ожидании большинства коррекции. Вот, блядь, упадет. Вот, сейчас. Вот, блядь, ну куда, блядь, пошел? Вот, ну, блядь, ну сейчас-то точно все обрушится. Сука. Ну ничему не учит рынок людей. Реально, вот года проходят, ни хера не учит людей.